На резервный период зарегистрировано более 700 ДТП с материальным ущербом, в том числе 21 ДТП с пострадавшими, при которых 23 человека, в том числе один ребенок, получили телесные повреждения. Погибших нет. Пресечено более 5800 нарушений правил дорожного движения, задержано 95 пьяных водителей, 33 из них задержаны в новогоднюю ночь. В целях недопущения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в период с 31 декабря по 7 января выявлено 130 подростков в позднее время на улицах и общественных местах города без сопровождения взрослых. Это в 6 раз больше аналогичного периода прошлого года. Родители были привлечены к ответственности, есть о чем поговорить в семье и в школе после новогодних каникул, ибо праздник не повод нарушать закон.